Итогом научной деятельности за 2022 год в Брестском государственном университете имени Пушкина стали отличные показатели. Была защищена одна докторская диссертация по высшей алгебре и 5 кандидатских диссертаций. Результаты своих исследований преподаватели вуза опубликовали в 147 статьях перечня высшей аттестационной комиссии. В преддверии Дня науки на традиционном совете университета в торжественной обстановке отметили эти достижения и наградили лучших ученых. Как известно, университет решает 3 задачи. Понятно, что это подготовка конкурентоспособного специалиста, но это возможно только в совокупности решения 3 важных задач. Это образовательные задачи, потом научно-исследовательские и воспитательные задачи. И, конечно, одна из составляющих в работе университета – это научная работа и преподавателей, и студентов. Я хочу сказать, что за этот год, конечно, сделано очень многое. Сегодня на совете университета, это каждый год такой традиционный совет, когда подводят итоги научно-исследовательской, учебно-методической, воспитательной работы в университете. У нас после этого есть такое правило, мы на доску почета помещаем фотографии тех преподавателей и сотрудников, которые достигли больших результатов. В адрес талантливых профессионалов и исследователей на ниве науки в этот день прозвучало немало теплых слов. Но главное, что отличает этих людей, это то, что каждый из них по-настоящему увлечен своей работой. А кроме того, искренне заинтересован в раскрытии потенциала студентов. Я считаю, что мне очень повезло в жизни. У меня были хорошие учителя, которые сразу еще на 2-м курсе учебы сказали, как надо работать, что надо делать, и во всем поддерживали. Поэтому вот эта вот практика перешла и в мою научную деятельность. В первую очередь мы в настоящее время более активно занимаемся городскими исследованиями. Если мы будем говорить про Брест, то у нас есть много очень широких проектов, над которыми несколько студентов работали. Например, проект «Зеленый Брест». Это и зеленые территории города, и особо охраняемые природные территории. У нас проект по историко-культурным достопримечательностям. У нас есть совместные работы географов и биологов, например, по изучению качества воды, микропластик и загрязняющие вещества в воде. Занимаюсь культурологией, этноботаникой, этносемиотикой, этнозоологией, литературознавством и много чем еще. Я бачу за эти годы, насколько мы выросли, насколько выросли мы сами, выросли наши студенты, насколько выросла зацікавленность студентов менавіта наукой. Яны радыя, калі ў іх атрымліваецца, калі яны едуць выступаць і за межы універсітэта, не толькі універсітэта краіны, і праходзяць конкурсы ў бясплатныя харошыя школы. Узровень расце, і навука шырыцца, я б сказала, і паглыбляецца, і разам з тым пашыраецца ў моладзевым асяроддзі. На данный момент в Брестском государственном университете имени Пушкина 53% преподавателей с учеными степенями и званиями, при доведенном нормативе 40%. А ректор вуза Анна Сендер возглавляет научно-педагогическую школу по педагогике и методике преподавания математики, где подготовлено 6 кандидатов наук, которые работают в университете. Многогранная научная деятельность, проводимая в университете круглый год, служит залогом значительных успехов. А значит, у его преподавателей и студентов впереди еще не одна покоренная вершина в науке.